Что ждет мир кино в следующем году? Ответить на этот вопрос могут лишь те, кто помогает рождению фильмов. До появления кино люди проводили свободное время, как умели. Своим изобретением братья Люмьер изменили мир. Замирая, зрители смотрели черно-белые страсти на экране, учились читать по губам и удивлялись первым спецэффектам. То была эпоха немого кино. Движущиеся картинки подарили людям волшебство и веру в чудеса. С приходом на экраны звука и цвета появилось много новых жанров. Например, мюзикл, который всегда находит путь к сердцам зрителей. Ограбления, погони, перестрелки. Людям всегда нравилось зрелищное действие. Развитие цифровых технологий вывело его на новый уровень. Киноиндустрия продолжает развиваться. Мы любим наше дело и будем двигаться только вперед. И в новом году на экранах будет еще больше завораживающих и волшебных историй.